Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Ну что, забираем награды, самоцветы, денежка, новые задания. Проедь 2000 метров, отлично. Проедь 2000 метров на супердизеле. Тоже неплохо. Так, маневр. Маневр в ржавом рифе. Так, а я что, забыл поставить? Ай-яй-яй, забыл активировать сундучок. Так... спешил завершить серию, что совсем об этом забыл, да? Ну ладно. Ну что, попробуем сегодня все-таки победить босса. Надеюсь, у нас получится. Так, 100 тысяч монет, кстати. 100 тысяч монет — это очень круто, потому что мы можем прокачать наш хил-климп. Ну, не полностью, конечно, но все равно можем. Там буквально чутка не хватит нам. Всего лишь 2 уровня. Так-с, ну что? Видон меняем. Давай вот такой вот, наверное, оставим. Да. Колеса. Я не знаю, как будем босса побеждать, блин. Может быть, колеса убрать и вместо колес поставить вот это вот. Давай так вот попробуем. Нам все равно сейчас весенний город, как ты видишь. Так, Матис. Все спортивные машины, ребята, нас обгоняют в данный момент. Вот это вот меня раздражает, что мои машины начинают... Да мне их не обогнать. А вот будь у меня сейчас вот этот вот ускоритель приземлений, было бы, наверное, круто. Но, тем не менее, я приехал вторым. Так, попробуем дальше. Понимаешь, дело в том, что если я здесь не могу их обогнать, что же мне тогда делать на боссе? Блин, посмотри, этот спорткар, как ни крути, он побыстрее нас будет. Меня так уж точно. Что у него там стоит, что он меня обгоняет постоянно, а? Какой-то ускоритель или еще что-то в этом роде. Есть. Тут, благо, я приехал первым. Хм. До последнего, ребята, боролся. Идеальный старт. Ой, машину что-то начало так закидывать сейчас в данный момент. По-серьезному. Смотри, рядом еще одна ролейка едет. Вот сейчас хорошо мы бустанулись. Очень хорошо. И первое место. Дичь. Разбился в мясо. Идеальный старт. Идеальный старт — это всегда, ребят, хорошо. Проехал я 2000 метров. И по привычке, как всегда, ребят, хочу на оба колеса приземлиться. Думаю, будет какое-нибудь ускорение, но... фиг тут мне, а не ускорение. Еще одна ролейка сзади там. Меня хочет прижучить, но тем не менее, ребята, я приехал первым. С нитро ехал, да, он? Отлично получилось. Заберем награду. Тяжеловоз, колесный ускоритель. Пускай будет у нас на разблокировке. Ну что, кубок езды по ухабам. Посмотрим, как мы тут справимся. Да как тебе сказать, как мы тут справимся? Если бы машину мою не закидывала бы вот это вот, как я тебе еще раз говорил, все было бы у нас отлично.
Но так как ее вот поднимает кверху, перед. Раньше такого я не замечал, но сейчас уж прям вообще ужасно, ребят, закидывает. Прям вот невозможно, и все. Постоянно приходится контролировать. Постоянно надо будет, как тебе сказать, чередовать ускорение тормоз. Трындец, это... Да разгоняться, нет. Все-таки я, наверное, я поменяю. Не знаю, чего-то не хватает, ребят. Может быть, вместо колес поставить? Что скажешь? Ну, и вместо колес я имею в виду вот это вот. Фиг знает, давай попробуем. Будет ли от этого какой-то эффект? Я вижу, вижу, вижу сзади ролейка там. Но она меня не догнала. Хотя была очень близка. Очень близка. Я слышал, что там кто-то на форсаже, ребят. Я слышу, но не вижу. А, вертушка была на форсаже. Ой, на... ну да, на форсаже. Он, видишь, он рвет копыта. Вот он там и врезался. Догазовался, так сказать. Ё-моё, ну-ну. Зачем? Ну так-то вот жестко. Сейчас, по-моему, босяцкий будет. Да, друзья мои. И надо же мне с этим боссом было, блин, на глубоководном погружении. Ну вот они лучше ничего не могли придумать, а? И еще... Он еще и на лихаче. Смотри, как он идеально едет, а? В отличие от меня, блин. Так правильно, это же бот. Если бы это был бы реальный игрок бы. Это бот. Да ладно. Вот тебе и ладно. И полетел, короче, он на финиш. Все, ребят. Одна гонка. Твою налево, блин. Да какой тут может быть честный? Нет, конечно, ребят, какая честность может быть? Они поставили против меня, блин, лихач, 100% прокачанный, по-моему. Ты видел, как он шпарит? Я так ощущение, что здесь ставят какого-то босса, который проехал эту трассу на самом быстром времени. Они единственное, что заменяют только никнейм. Там, например, там Вася проехал на такой-то скорости, они ставят туда Фрэнка, и типа это Фрэнк ехал. Понимаешь, знаешь, о чем я тебе говорю? Босс, наверное, он из этого и складывается, что кто-то из игроков реальных проходил эту трассу на определенной скорости. Они просто заменяют никнейм, и все. Смотри, ты, этот Тони там что делает? Этот Тони делал чудеса на виражах. Замечательно. Так, здесь у нас тоже все получилось крутенько. Давай дальше. Упс. Ну и что ты не туда? Понятно, короче. Ай.
Обязательно, друзья мои, какой-то изъян будет, понимаешь? Обязательно, вот не... Ладно, фиг с ним, все равно у меня первое место. Ну что, дойдем мы сейчас? Блин, офигеть, как они меня откидывают. Еще трассу-то, главное, дали такую с водой, которую я терпеть не могу. Ну, я имею в виду с боссом-то когда. Молодец, блин. Есть. А что он там, я не знаю, что он там замедлился, но где-то он упустил этот момент. Скорость он сбросил. Вон, опять, смотри, опять лихач. Все заехали, кроме Рея. Я еще и я вон там где-то умудрился перевернуться. Трындец. Как там вообще можно было перевернуться? Обо что? Дебильная трасса. Вот серьезно говорю, да просто дебильная. Терпеть ее не могу, блин. Тут под воду эту фиговую, блин. Все, чувак там выпендривался, перевернулся. Да ты будешь ехать, а пузырь не лопнул, блин. Чуть-чуть бы и профукали бы. Так, ну что, ребята. Второе место, да? Второе место за нами. Так, сундук созрел. 17 тысяч. Магнитная цепь. Мне кажется, надо что-то нам прокачать. Вот что только, я не знаю, ребят. Но явно что-то надо. Да едь ты в конце-то концов, блин, сидишь там. Че, мы первый, что ли, едем? Первый. Конкуренты куда-то все поулетали. Поразбивались, видимо. Угу. Магнитные, блин, безумие. Чего себе тут пролетел сейчас просто шикарненько. Ты видел, да? И первое место. Отлично. Давай-ка еще разочек. Этот Пакистан достал уже. Не могу, не могу. Выбешивает меня вот это вот. Ну все, последний, короче, приехал. Кульбиты. Да ты посмотри, еще не дошли до босса-то, а? Нет, чтобы босса дали бы на каком-нибудь там развалюхе. Так нет, дают же, ребята, на лихаче, еще там на что-нибудь. Опа, чувак уже, смотри, получил машину вот эту вот, которая разыгрывается. О, да, она, походу, дела вообще ни о чем. Так, я соревнуюсь с одной из ролеек. Есть улучшенный, точнее, упрощенный вариант без крыши. Ребята, сделал свое дело. С красной ролейкой мы тут соревновались сейчас в данный момент. Бойко. Бойко, вали отсюда, а? Опа.
Вот он снизу ехал, а мы с тобой сверху просто взяли без идеального старта. Опять же без идеального старта, ребят. Ишь, я пытаюсь. Всячески пытаюсь обогнать. Какой-то проф там. Е! Красного два раза надул. Так, ну что, опять Босяцкий? Нет, ребята. Это офигеть, это 4 гонки. Он меня откидывает на 4 гонки назад, блин. Совсем, что ли, оборзел? Этот, как его там звать-то? Как его лечить-то, я уже забыл. Фрэнк, ё-моё, да, Фрэнк. Почему эта скоростная тачка не теряет скорость на подъемах? Объясни вот мне вот это вот. Вот я теряю скорость, а он нет. Он ее даже как будто не чувствует. Просто едет вверх, как, я не знаю, как по прямой дорожке. А я там должен выкаблуть. Смотри, дюж, ты видел, какой он старт делал? Швед несчастный, а? Швед под Полтавой. Ну вот, моя машина вот отличается этим. То, что она очень. Давай, этот. Да, конечно, ага. Никакого нам супер прыжка. А нам он и не нужен. Чух. Так, идеально. Чух, опять у него-то. А, так он с ускорителем. Ё-моё, ребят. Он активирует ускоритель, поэтому он. Видел, как папочка может? Идеальненько просто у него получилось. Вот здесь бы все, конечно, не помешало бы прыгануть. И было бы вообще топово. Но, тем не менее, и так неплохо. Так, друзья, опять босс. Что это за уровень? Песок в купальнике. Блин, ребят, что вот делать? Что нам делать? М? Ускоритель мощности. Так, ускоритель длительность. 50 тысяч, блин. Ты... Я просто вот думаю, стоит ли мне убирать вот это и ставить нитро? Или не стоит? Это же все-таки пляж. Или вообще стоит взять колеса? Сцепление на снегу, сцепление. Это на снегу сцепление. Вот кто бы мне сказал, как лучше. Эх, ребята, поехали, попробуем. Что там за машину-то хоть дали мне? Ну, понятно, короче. Не, ребят, тут целенаправленно дают тебе такого противника, которого, ну, он просто... Давай быстрее, родной. Есть. Там нам повезло только в одном случае, ребята. Он куда-то там врезался в домик и... Слушай, у него проблемы с подъемами. Может быть, нам это как-то на руку сыграет, а? Ну что ты так еле-еле едешь-то, ну? Где он там? Вообще его не вижу, ребята. Все. Две победы, друзья. Две победы, третья уже роли здесь не играет, но все равно попробую еще и здесь его наказать. Нам просто очень крупно повезло, что у него с подъемом вообще, ребят, беда. Ну, серьезно тебе говорю. Именно вот на подъемах он просто вздувается. Я не знаю, чем это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Да. Я думал, мы осилим. А знаешь, почему не осилили горку? Еще и горючее кончается. Зашибись. Ладно, все равно я здесь победитель. Фух. Главное, я добился своего, ребят. Да, наказали мы этого Фрэнка. Наказали. Прям уж какое-то облегчение у меня на душе. Я поздороваться забыл с вами, ребята. Вот что. Так увлекся, ё-моё. Что? А готовимся к следующему... А, у нас все, у нас гонки в этом сезоне закончились. Вот оно что. Так, ну что, давай, наверное, доберемся до 30 кристаллов. Восхитительной диверсии, как ты видишь. И, наверное, стоит мне обратно ставить? Или не стоит? Так, где у меня этот хилл-климп? Я же могу его качнуть еще, по-моему, на один уровень. Конечно. Так, и нам нужно еще 30 тысяч накопить, ребята. И хилл-климп будет у меня прокачан по фулке. Ух, вот эта вот тачка, да, ребята? Суперкар. Так, доступ к удовольствиям. Ага, доступ к удовольствиям. Не смешите мои носки. Доступ к удовольствиям. Такое удовольствие прям. Вообще, что сейчас просто тут крякну. Эть. Ну давай, раз заехал твою налево, блин. Все. Замечательно. Кто на что гораздо? Кто с нитро, кто с фигитро? Кто с чем едет, ребят? И никто, главное, не попал, да? Ладно тогда. Зашибись. Зашибись, ребята. Вообще перевернулся прямо на самом подъеме. И туда не запрыгнул, и на колеса не встал. Вот тебе и... Мартин, подожди меня, родной. Да не хочу я туда наверх лететь. Ого, ого. Ну, Мартин, совсем припух, а ты посмотри на него. Так, грязная ралли. Ну? Что-то он такую сумасшедшую скорость тут набрал, я смотрю, этот чувак-то. Фига, он как ты видел, он как набрал изначально скорость на своем этом, на ракете на этой, и так до последнего шуршал. И не обогнать же его, посмотри. Так ладно его, тут у меня еще супостатов дофигища, с которыми я борюсь, блин. Да, все равно я второй, ребят. Ну, понимаешь, это ему на этой трассе просто везет, потому что она более-менее ровная. Были бы здесь прыжки и ухабы, о, я посмотрел бы на него. Видишь, что он? Все, он, ребят, сдает именно позиции, когда на какие-то прыжки, вот такое. Да-да-да-да-да-да-да. Вот и все, а мы более-менее идеально прошли, а он, видишь, сзади. Он только на ровной мог нормально себя продемонстрировать. Да давай ты, господи, ну. Конкуренция слишком жесткая, ребята. Ну, твою налево. Так, я все равно, наверное, первый, ну да. Миля Шахтера.
Миля шахтера. Попробуем на нашей старой, как говорится, супер покрышке проехаться. Видишь, у нас сцепление лучше идет. Мы не так пробуксовываем. Оу. Подкололи, конечно. Я думал, что нам будет спуск. А фиг там, а не спуск был. Не вздумай разбиться-то, господи, чудило. Так, только не говорите, что здесь одна гонка. Да ты, блин, серьезно, что... Ты видел этот прикол? Он сломал мостик на этой перед вагонеткой. И все, ребята, и... Я манал, а. Вот это мы... Вот это мы шухерим, я бы так сказал бы. Просто шухерим. Все, ребята, фух. Два самых таких было момента. Ты видел же их, да? Просто ответственные моменты. И надо вот было врезаться там. Нет, еще что-то. Скорость сбавить. Слов у меня нету. Ну, ёпперсоте ты. Квазимодыч, а? Князь какой-то. Ну, я хочу вниз, блин. Ну, нафиг. Когда я хочу поехать вниз, он вверх. Когда я хочу вверх, он вниз, блин. Так, мне этого, наверное, уже не обогнать. Да. Ему просто повезло, что я там врезался этому князю. Не надо, блин, меня. Крейг, Крейг, вали нафиг, а. Тут папочка едет, блин, дорожный, а он лезет. Так, ну тут хорошо получилось. Ладно, ребят. Князь там на втором месте пока. Отлично, оп. Так, ну тут вообще нормально. Мы не схандрили, не сфейлились, все четко. Да. Так что пустой князь бежит к своей княгине. У нас все отлично, ребят, получилось. Что там, пишут что-то? Да. Да, да. Да. Слушай, ну как же тут. Как же тут этот почистить-то клан и убрать, кто не играет. Активность участников. Вот она, активность участников. Ага, вот, ребят. Вот оно. Погнали. Подожди-ка. 165. 194. А это что такое 145? Подожди, это кланы. Это кланы. Или что? Какие кланы, блин? Так, удаляем. Ну да, кто не активен, того удалять. В принципе, спокойно можно, ребят. Проходит первый класс. Так, онлайн 443. Ну вот, 43. То есть место еще есть, да? 7 мест. Окей. Все, все, все. Босс уделан. Едем дальше. Босс. Надо было две ставить. Так, короче, отвлекают. Отвлекает меня. Поехали, ребят.
Нам нужно доехать до кубков сегодня. Ага. Ферма. Ух. И прям на финиш прилетели. И последняя гонка. Тут их всего две штуки. С идеальным стартом. Так, баги. Что-то баги тоже там начинает закидывать. Я вот прям вижу. Передок у него. Передок у него. Я вижу передок у баги. Окей. Юху. Да, ну тут вообще изично получилось. Серьезно тебе говорю, изично. Ну что, я получаю? Шиш там, я что получаю? А можно лидера. На тебе лидера. Надеюсь, ты не будешь кикать налево и направо всех. Нет, кстати, можешь кикать, у кого нет активности. Кубок лесов, поехали. Кубок лесов, ребят. Ну, после этого точно я уже возьму кубки после кубка лесов. Смотри, 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 чувак на нитро там шпарит. И не хватило ему мощей на своей нитрушке меня, ребят, обогнать. Не хватило. Вот здесь, конечно, ему повезет, если он успеет горючку. Ну... Тут, еще раз повторю, если ты берешь нитро, то у тебя нитро должно быть офигенно прокачано. Если у тебя нитро там первого, второго уровня, оно ровным счетом, ну, ничего не дает. Это я уже лично убедился в этом. Не, ну тут, конечно, тут я сам виноват. Видишь, как его что-то закидывает там? Не по-детски. Он даже не доехал. Он даже не доехал до финиша, просто перевернулся, чудик. Ай, чудо чудное. Слушай, может быть, нам все-таки взять 43 тысячи. Давай 43 тысячи кубков возьмем. Фиг с ним. Чум как-то ни туда, ни сюда. 43 тысячи кубков возьмем, все будет у нас хорошо. Там что у нас там? Ой. Да-да-да, друзья мои. Беда какая-то просто. Ну, я ненавижу вот такие вот трассы, где вот у меня не получается их ехать. Эти хухабы, хухабы. Ну, вот как тут вот, ну, что тут происходит? А как ты там пролетел-то, парень? Объясни-ка мне. Расскажи-ка мне тайну. Что-то там в воздухе у кого-то шапка... Парень, ты шапку потерял. Замечательно. Тут все как надо получилось. Ну, ребята. Слушай, а у меня же колеса, по-моему, не взяты. Или взяты. Ну ты-то еще откуда взялась? Ё-моё, шваль ты мелкая. Вылетел откуда-то, непонятно из каких бугров. Есть. Дважды я доказал, что этот сосунок недостоин. Так, что там опять? Я не понял, я, по-моему... Кто повышает без... Блин. Дефлоратор и Кирилл. Я в шоке, ребята.
Какого хрена? Просто берут сами и... Кирилл, 21. А потом, блин, спрашивают, блин, почему нам не дают лидера? Потому что дал, он взял, тут начинает всех повышать. Нормально. Зашибись. Так, кубок путешествий. Не спросивши ничего, да, вот это вот. Так не делайте, ребята. Твою налево, эти кактусы тут мешаются очень сильно, причем. Хорошо, так, первая гонка у нас хотел сказать, оформлена. Проехана. Я вижу, ребята, что это баги тут слишком. Баги Абдухарахманыч. Так, ну, все-таки мы показали, что мы достойны. А танк там, кстати, тоже неплохо шпарит, ты видел? Блин! Переборщил с кнопочкой, передержал, так скажем. Фига там танк несется как. Ну, я-то в горку был покруче. Я в горку просто, ребят, залетел. Мистический кубок. Мистический кубок. Так, вертушка тут начала неплохо заезд. Она не отстает. Есть. Есть прогресс. Поездка для принцессы. Почему так называется поездка для принцесс? Что тут такого? Эй, родной, подожди, куда же ты полетел-то так? Что-то я тут расклеился. Начал ловить идеальный момент. И идеального момента у меня не получилось, да? Вторым. Чуть-чуть он меня, как говорится, сделал на финише. Но самое главное, что я его догнал. И чуть было не перегнал. Так. Да помни эту черепаху. Вон там один все-таки свалился на этой черепахе, друзья мои. И опять мы с этим Хиро соревнуемся. Есть. Чуть-чуть я вперед пролетел. Ну как он меня в предыдущей гонке выиграл, так я его в этой гонке, ребят, немножко обставил. Ага, он тоже сбрасывает скорость. То есть играть, чтобы научился, я не понял, парень. Или что? Так иди еще подучись. Вообще, третьим уж приехал он. Ну что, у нас опять путешествие на пальцах, друзья. Да-да, то самое путешествие на пальцах, которое все обожают. Шучу, кто его может обожать, ребята? Это путешествие на пальцах. Конечно же, никто. На колеса. Оп. Ну что? Папа может? Конечно, может. Может и будет делать. Кто там? Бонтекс? Ну, здесь придется занырнуть. Так же, как, наверное, и вот здесь, да? Или как? Ладно, без всяких заныров. Без всяких заныров Моррисон берет первое место.
Песочница. Ребят, ну хорош, успокойтесь, ё-моё. Мы уже эти фокусы ваши видели. Что вы вначале стартуете, буститесь, а потом сдуваетесь. Опа. Такой вот прикол у них. Смиритесь, что папа лучший. Замечательно, ребята. Так, ну что, сколько нам еще тут надо? Что там опять пишут? Вы меня унизили. Что для вас какая-то шутка? Я топ-1 по клану, рэп повышает топ-1 клана. Я что для вас какая-то шутка? Я не понял, честно говоря, про что там идет речь. Я тебе скажу одно только, что топ-1, у меня очень много ребят пишет, что они топ-1, что это... дайте мне... Я тебе дал, ты попросил у меня лидера, я тебе дал, но я же тебе не говорил, чтобы ты... Хотя как я тебе мог сказать, если это уже было в видосе сказано? Чтобы ты повышал кого-то. Если мне надо, я сам повышу до лидера. А то потом будет опять меня... Вспомнишь, да, наверное, месяца два или три назад начались вот эти жалобы. Кикать начали, ребят, ни за что. У меня просто там весь чат был записан. Там верни, накажи. Пошли вот эти вот разборки. Потом у нас клан вообще практически развалился. Был на грани, я не знаю, исчезновения. Честно говоря, я там практически один ездил. Вот, сейчас вроде бы начинается все стабилизироваться. И опять вот это вот начинается. Даешь лидерство, и начинается эта вот дележка. Блин, отвлекся. Вон, с баги сейчас соревнуюсь. То есть, кто из нас, типа, круче, да? Круче был я. Круче был я, и я вообще гонку проехал идеально. Почему так мало мы продвигаемся? Что там опять? Вот лидеров сокращаю. Все, поехали дальше. Кубок ледника. Два будет заезда у нас здесь на кубок ледника. Да, опять же лед. Слушай, ну слава богу, вроде бы нормально. Сейчас чуть-чуть бы и перевернулся, но благо все обошлось. Быки? Что-то я раньше как-то не замечал, что здесь у нас... Это быки, яки, как хочешь называй их. А вон они точно стоят. Я как-то на них даже, будем честны, не обращал внимания. Эх, дурацкая, да, это вот эта вот штука. Отъедем назад. Оу. Все, ребят, я фейлюсь. Пипец, блин. Просто пипец, упал. Заехал вроде бы идеально, но мне не хватило доехать до этой костяшки, которая там стоит, вторая. И все, и упал моя, как всегда, на эту фигню. И буль-буль-буль-буль в лаву. Утонул. Да вижу я тут супостатов дофигища. Это ККМ-ка тут нервирующая едет. Дмитрий. Дмитрий Рожков, ё-моё. Дмитрий Рожков, супер-пирожков.
И баги тут, которые начинают выпендрежи свои. Причем на супер-пупер ускорении. Слушай, я ведь все равно не доеду. Нафига? Нафига? Ну тут вообще из ряда вон. Что я тут вытворяю? Спорткар. Фига мы там. Фига? Я тебя не ожидал, что мы так под конец тобой просто быстренемся. Но опять же, сработало у нас ускорение, поэтому все так идеально получилось. Вот как вот у баги сейчас в данный момент. И вот смотри. Спорткар, перевернись нафиг. Так, а здесь у нас будет... Да-да-да-да-да, то самое... Злосчастное место. Опа, и все. Вообще трасса сама по себе это короткая. Фью. Что-то мы с тобой никак не можем взять эти 43 тысячи. Что там? Ага, пока ничего. Кубок Федерации. Мосты. Кого-то начинает закидывать раньше, кого-то начинает закидывать позже. Но рано или поздно все равно кого-то закидывает. Во! Как, знаешь, как на одном дыхании. Но этот чувак от меня не отставал, я смотрю. Да? А-а-а! А-а-а! И он тоже кактус не задевает, да? А вот тут-то я его сделал. Вот тут-то, ребятушки, я его подрезал. Так уж скажем. Ну, обычно у меня так машина, как вот у него врезалась там, да, передом. И ни туда, ни сюда, и ни заехать, ни спуститься. И, в принципе, вот на этом и погорел. Погорелец наш. Слушай, а он что, знал, что там вот так вот будет, а? Он как будто специально немножечко снизил скорость. Для того, чтобы... Да ё-моё, я что-то вообще там этот разбился, ребят, да выёживался. А-а-а. А-а-а. Твою налево. Да, а-а-а, канадец. Теперь там на толчке то же самое говорит и делает. Миля в пустыне. Далеко, далеко. Далеко не близко, близко недалеко. Шпарим. Да, я смотрю, многих-многих ребят это подрезало. Дым, дымыч. Так, со спортивной, со спорткаром, ребята, я тут соревновался. Дым-дымыч специально сбрасывает, ребята, скорость. Ух. Ну, тут мой косяк. Это 100%. Тут уже никому, ребят, не придраться. А, тут еще и гонка, видимо, одна будет. То есть один заезд. Блин, мне бы не хотелось, конечно, приезжать там последним или каким-то. Твою дивизию. Да, ребята, отъезжаем назад. Сумрачный лес. Ну нафига вот надо было так делать, а там? Вот скажи. Тысячу раз одни и те же шипы. Ну понимаешь, что быстро скорость, как ты могу определить, что там впереди? Особенно когда ты подлетаешь наверх. Ведь ни хрена же не видно, что там происходит. Ребят, понимаете? Просто не видно. Ты ешь вслепую, как котенок. Слепой, новорожденный. Что там впереди? Спуск, подъем, вниз. Может быть, стена прямая. Просто едешь, врезаешься, и все. А самое обидное, когда ты врезаешься кончиком носика, например, там, или это. И тебя просто переворачивает на всей этой скорости. Просто, понимаешь, переворачивает на этой скорости. Там лихач.
все. Вот как они умудрились, блин, проехать здесь, а мне вот нифига не получилось, а? Вот это вот говно, извините меня, спорткар, меня просто выбешивает. Почему на ухабах его не трясет, блин? Почему он проезжает по ним, как по ровной дороге? Меня тут разматывает по всей этой трассе, а его нифига. Вот ты посмотри. Чувак впендрючился. Сейчас, по-моему, я также впендрючусь. Давай, 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 родной. Выжимай многошетку по полной. Есть. Фух. А тот, короче, да выпендривался. Ну ты видел, да? Он просто впендрючился в потолок. А почему? Потому что у него не было защиты. Арматурной защиты у него не было, поэтому, естественно, он распластался. Кто-то тут на нитро едет, я же слышу. Ой, на нитро, на форсаже. Так, мало того, на форсаже еще кто-то на попрыгульках даже умудряется. Он и на попрыгульках. Точно, ребята, он на попрыгульках и на форсаже. У него все с собой взято там. Совсем крэзи. Что, тут одна гонка, что ли, у нас? Нет. И смотри, и едет, и едет, и едет, и едет. И не кончается у него нифига это. Форсаж-то этот не кончается. А тут, кстати, еще и раллийное авто. Ой, раллийное авто, этот. Как скажи, супердизель. Он тоже там, оказывается, на нитро газует. Фу, на нитро. На попрыгульках на своих, на суперамортизаторах. Вот так вот скажем. Что-то они, по-моему, там где-то встряли все. Дружненько. Потому что я еду вообще один. Без палева, без кипиша. Без нервотрепки. Че, я один, что ли, уцелел? Да нет. Так, и последний заезд. Опять зашуршал, да? Ой. Смотри, 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 прыгают. Попрыгунчики. Ты видел, да? Такой, как из последних сил. Поднажал, ё-моё. Поднажал, ребята, и обогнал. То есть это вовремя у меня сработала ускоряха. Очень круто помогает. В экстренных случаях просто, ребята, топ. Так, тихонько, тихонько, тихонько. Я вижу, вижу, что там. Чувачок решил себе облегченный вариант сделать. Облегченный вариант, но Рэй еще легче. Там приехал полуразрушенный какой-то. Приземлился, блин, мне здесь. Давай. Слушай, этот, как тебя там звать-то? Лихач. Что? Он с попрыгульками или мне сейчас показалось? Что-то мне показалось, что Лихач. Кто-то шесть вернул. Лихач с этими. С амортизаторами. Ну, по крайней мере, такой звук был. Как будто он едет на амортизаторах. Так, мы с тобой сделали облегченный вариант, причем сразу же. Да разбей ты свою машину, там же в хлам. Достал ты уже здесь просто. Нервируешь всех. Все, он там, по-моему, развалился, нет? На Трахоме на своей приехал. Ну что, ребята, последний заезд. Слушай, а там, по-моему, финал? Или мне кажется? Мне кажется, или там финал уже? Ну, я имею в виду финал сезона. Если финал сезона, то я предпочту сыграть сегодня еще вечером серийку. И да пройти, что там, ребят? Проехать еще. А если там где-то 46 или 47 тысяч кубков, то, наверное, воздержусь.
Опа, чувак, он, смотри, опять на попрыгульках своих, а? Опять он там на своих попрыгульках, он меня раздражает. Он меня раздражает. Он мне просто в спину дышит, когда едет. Стоп. Стоп, машинка. Так, давай, 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 шпарь. Бульк. Ой-ой-ой. Фу, слава богу, мы далеко оторвались, а этот уже там залетает, довольный. Ну что, берем? Да, берем. Блин, ребят, тут только 46 тысяч кубков будет. 46, потом, наверное, 48, да? Нет, подожди, 46, наверное, там уже будет финал потом. Так, ну что, друзья мои. Что у нас тут? Что это? Так это машина. Она же не прокачана у меня. Такая музыка. Она напоминает мне Кадиллак из первой части. Помнишь? Был там такой. Новый рекорд. Так, теперь мы с кем-то соревнуемся, да? Ну, вот смотри, я, вот как лично я считаю, ребят, если есть вот какие-то такие соревнования, вы будьте добры давать машины, у которых нет ни прокачек, ничего. Вот чисто вот, просто машина с нуля, без прокачек, и все. Понимаешь? У меня, например, такой машины нету, я не могу ее никак прокачать. Ну, и смысл, ребят, ну, смысл вот здесь вот гнать, я не знаю. Если бы мы все на одинаковых машинах ехали, конечно, ради бога, я только за. Но не в данном случае. Они там на форсажах, на магнитах все. Чего у меня там на машине вообще стоит, не пойму я. Кто мне там поставил? Это автоматом стоит, я не знаю, ребят. Мне поставили ракушку и... повороты, перевороты в воздухе, я так понимаю. Я-то этого себе не ставил, это мне автоматом присвоили. Ну, конечно, они мне просто элементарно на ускоряшках берут, вот и все. Вообще не финишировал. Этот все повторяет, он просто улетает куда-то там, я не знаю, ребят, на своем ускорении, и все. И вот еще многие говорят, ну почему ты не участвуешь в всяких соревнованиях? Ну, ребят, ну как тут участвовать? Ну как участвовать здесь, если вот такая вот параша получается, а? Машины-то у меня этой нету. Естественно, я ее не прокачал, не апгрейдил. Вот и все. Че, сеанс закончен, да? Никак, никак, ребят, не получается. Так, тут если вот в гараж, например, заходишь. А, тут можно вот так вот, да? Установить. Не хочу я сейчас, ребят, и так много времени сегодня потратили. Выскочка эта машинка у нас называется. Ну что, на этом я буду сегодня заканчивать эту серию. Всем удачи и до новых скорых видосиков.